Куда ты бежишь, мальчик? Куда ты спешишь? Мне причудился райский город. Там, у моря, вижу райский город. Я хочу войти в него, а он убегает. Почему, дедушка? Ты увидел то, чего не видят другие. Трудно тебе будет в жизни, сынок. А красоту нельзя поймать. Она как птица. Поймаешь, она умрет. А я поймаю. Поймай ее. Поймай, дедушка. Спешите веселиться, пока этот грешный мир не сгорел в аду! Все сюда! Бросайте свои дела! Выходите из своих темных юрт! Будем веселиться! Сюда! Сюда! Эй, люди прекрасного Ила! Спешите сюда! Бросайте свои скучные дела! Эй, киргизы! Вы вечно кочуете, но такого зрелища вы не видели нигде. Спешите полюбоваться знаменитой Брисуни Алтын-Бибі. Эй!
Надо эту красавицу украсть. Ее можно было бы продать на Бухарском базаре. За такой прелестный цветочек дорого могут заплатить. Да-да. Уйдем? Они хотят ее украсть. Не отдадим. Алтын-Бибю, скорее! Детей держите! Вот этот. Еще. Теперь эти. Не разбей. Принимай, Муфазал. Осторожно. Бери. А еще. У султана Санджара было много жен. Но ни одна из них не родила ему сына. Поэтому он всю свою жизнь провел в печали. Я тоже провожу свои дни в печали. У меня тоже нет сына. Однажды визири посоветовались и предложили султану построить огромный хундон, печь для обжига кирпичей. В ней обжигались огромные кирпичи, получившие название в веках кирпичи султана Санджара. Так он победил забвение. Ваши гончарные творения, учитель, переживут века. Нет, друг Зафанун Садр, то, что служит только этому веку, не может служить иному. У меня был талант, но променял я его на славу, на большой дом, на трех жен, на вкусную еду и вино. Думал, сын продолжит мое дело. Но Аллах не дает наследника.
7 девочек и ни одного мальчика. 7 стрел и все мимо цели. Не печальтесь, учитель. Вам еще только 50. Как на ореховом дереве не растет айва, так и мои жены не способны родить сына. Учитель, а ведь сегодня день большого базара. И барласы наверняка привезут молодых, нетронутых рабынь. До свидания. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Отнеси туда. Хорошо. Богато живут наши гончары и купцы, потому что верно служат и миру. Когда собака покорно виляет своим хвостом, она получает пищу, а рыча и лая – побои. Согласен с вами, учитель. Это истина. В нашей Махале, слава богу, нет мастеров, которые бы лаяли и кусались. Свежую зелень! Наслаждайтесь! Ха-ха-ха-ха-ха! Покупайте, рабынь! Выбирайте жал! Покупайте, рабынь! Ай-я! Это она! Посмотри вон на ту, с миндальными глазами. Когда-то цыганка мне нагадала, что я смертельно влюблюсь под конец жизни. Это она, друг! Мой учитель, не верьте женщинам с миндальными глазами. Они коварные, жестокие, лживые. Нет. Я уверен, она родит мне сына. Эй, Барлас! Слушаю, господин. Сколько ты хочешь за эту девушку? Вы берете девушку из небесных гор? Да. Это ночной родник наслаждения, уважаемый. Берите ее. Да, беру. Играйте, играйте веселее. Я продала эту дрянь за 30 динаров. Ну как? А я хотел за 50. Сорок золотых динаров, и девушка ваша. Берите, красавица. Дорого просят. Куда смотришь? Смотри сюда. Она надкушенное яблоко. Ну что вы, она еще не тронутый бутон. Учитель, она принесет вам несчастье. Нет, друг, она родит мне сына. Держи, Барлас. Спасибо. 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 Благодарю, господин. Берите, красавица. Иди к мужу. Пойдем. И забирайте ее. Берите. Слава Аллаху. Дело сделано. Теперь ты моя. Я твой господин. Нет, никогда. У тебя красивые глаза, девочка. Я уже старуха. О, нет. Ты еще родишь мне сына. У него будут миндальные глаза, как у тебя. И искусные руки, как у меня. Нет. И он прославит мое имя. Идем. Да, повезло нашему гончару. Такая красавица дорого стоит. Вы носите почетный титул «Муж мужей Бухары». У меня сохранился меч крестоносцев. О. Только вы достойны владеть им. Я дарю его вам. Спасибо. Возьмите деньги. Я дарю его. Благодарю. Пусть этот латинский меч покарает врагов наших. Убейте меня. Ненавижу вас. Учитель, у вас сегодня удачный базарный день. Вам досталась красавица, рабыня и редкий латинский меч. Да, ты прав, друг мой. Я в один день приобрел любовь и смерть. Они всегда ходят вместе, как человек и его тень. Выскальзывай. Ничего, привыкнет. Смея, иди, иди. Старые, бледные коты, я ненавижу вас. А я? Ненавижу.
вырежу! Ты еще пытаешься? Собака! Рабыня! Я! Я смею? Да я ее... Не смею, убью! Из-за этой рабыни, из-за этой твари! Да, я люблю ее. Уйди, Зафонун! Уйди! Спасибо, друг. Вставай, девочка. Идем. Вот так друзья становятся врагами. Любовь на цепи! Михри, чай принеси для гостя. Хорошо, несу. Скажи, что такое любовь? Что говорят о ней мудрецы? Не заблуждение ли искать спокойствие в любви? Ведь от любви лекарства нет. Хафиз так говорит. Похоть и привычка заменяет нам любовь. А любовь так и остается тайной, как лицо красавицы за чедрою. И только иногда открывает она божественное лицо с прекрасными очами, и тогда от нее нет лекарства. Учитель, вы перестали работать. Уже бунтуют художники, гончары, которых вы возглавляете. И мир вами недоволен. Познавшему любовь не нужна власть. Радуйся отныне ты, старший. И скажи об этом всем. Спасибо, учитель. Я ваш вечный слуга. А меня оставьте с ней. Она родит мне сына. Хозяин, выпейте, освежитесь. Когда-то вы так же глядели на меня. Все проходит, Раджабгуль.
Но почему Аллах сделал так, что истинная любовь явилась ко мне в старости? Смерть явилась к вам в образе этой рабыни. Или вы не видите, или вы совсем ослепли. Она сама смерть. Она смерть. Тогда я хочу смерти. Я хочу обнять саму смерть, Раджабку. В вашем возрасте уже пора думать об Аллахе, а не сгорать, как юноша, в этой пагубной страсти. Она ни за что никогда не полюбит вас. Вам придется взять ее силой. А там, где насилие, нет любви. Старец! Ненавижу! Ненавижу вас! Я все равно убегу! Слушай, Алтын-Бибио, ты родишь мне сына, и тогда, клянусь Аллахом, я сниму с тебя золотой обруч и отпущу тебя на твой Иссык-Куль. Хорошо, я согласна. Да благословит Аллах это создание. Да. Как ты прекрасна, дитя мое. Мы все тобой любуемся. Да, доченька. О, великий Создатель, прости мою грешную душу. Помоги оставить след на земле. Дай мне сына. Дай руку. Иди, иди, доченька. Сюда. Ты сама покорность.
землячка! Бросай своего старого козла! Пойдем с нами на Иссык-Куль! Идем! Ты выйдешь за этого орла замуж, чем верниха, а? Вот тебе! Ты что, с ума сошел? Ты чего скалишься? Эй, сестричка, бежим! Сомневаетесь в воскрешении, подумайте о том, что создали мы вас из праха земного, и затем... О, Аллах, дай мне мальчика. Хозяин, мой повелитель, хозяин, она родила вам сына. О, святой Хазрат Шох, дай счастье моему мальчику. Я сама приняла роды. Мальчик крупный, тяжелый. А как она? Алтын-Бибё? Она даже ни разу не застонала. Каменная. Едва цепь золотую не перегрызла. Как волк в селках. Я хочу видеть моего сына. Я должен снять с нее золотую цепь. Алтын-Бибё, моя радость, я так счастлив. Как ты себя чувствуешь? Я родила вам сына. Вы должны освободить меня. Да, теперь ты свободна, Алтын-Бибё. Теперь ты не убежишь. Отныне твой золотой обруч, наш сын, жена моя. Мой хозяин, вы должны на время покинуть свой дом, чтобы не спугнуть добрых духов. Рождение, как и смерть, требует тишины. Хорошо. Я пойду к друзьям, поделюсь своей радостью. А вы, жены мои, берегите их. Попей немного отвара, это подкрепит тебя. Аллах услышал вашу мольбу. Да. И дал вам сына. Спасибо, Аллах. Жаль, что он родился от рабыни. Я люблю охотиться за вольной птицей, а не за той, которая сидит в клетке. Но вы же держали вашу рабыню на золотой цепи. Как собаку. Вся Бухара говорит об этом. Достойный наследник не может появиться от базарной рабыни, от бездомной кошки. Мальчик, ты вырос на моих глазах. Ты любил гиждуванскую халву, которую я привозил тебе и твоему брату. Ты забыл об этом, сынок? Столько лет мы были с тобой друзьями, а под конец жизни расстаемся врагами. Прощай, Зафунун. Прощай, друг. Я убью его! Он оскорбил наш дом! Успокойся! Я прикончу его, как пса! Не надо крови, не надо крови! Угомонись ты! Он гость в нашем доме. Не горячись, сынок. Еще пробьет наш час.
Мой хозяин, мой повелитель. Что? Она убежала. Она бросила мальчика. Убежала. Мальчик плачет. Он хочет молока. Она даже халат свой не одела. В чем была, убежала. Меч. Зачем? Принесите мне меч. Меч! Меч! Остановись. Пожалей малыша. Остановись. Алтамир. Алтамир. Сынок, я видела тебя только раз. Дай я полюбуюсь с тобой. Мама, ты самая красивая на земле. Большое. Надо было попросить. Товаров много. Здравствуйте, яблоки. А что, чем плохие? Ну что, смотри, какое. О, видишь, белое. О, нет. А что? Я не буду брать. Поиграть? Нет, не буду. Ну и упадет. Наверное, караван Самарканда едет. Может быть. Вернулся чуга. И люди шли к нему, а он дарил свои гончарные божественные изделия, скульптуры и райские миниатюры. В построенных им дворцах, медресе и караван-сараях хранились и жили его дивные творения, украшая и озаряя быстротечную человеческую жизнь. Нельзя продать звезду на небе или весенние облака, или лепестки цветущей алычи, или дуновение ветерка над утренней рекой. Все богатства на земле истлеют,
И только мудрость и красота будут вечны. Смотри-ка, мой кувшин стал косить, его нужно подправить. Не надо, отец. Мне нравятся косые, неровные кувшины. Они похожи на подбитых, ковыляющих птиц. У них больше жизни, отец. Ты станешь великим зодчим, сынок. И построишь для меня самый лучший мавзолей. Угу. Бедная старушка. Пока мы спали, она расцвела. Сынок, откуда ты знаешь эту песню? Когда вы пьяны, вы всегда поете ее. Отец, а где моя мать? Она умерла в ту ночь, когда родила тебя. Говорят, вы зарубили ее латинским мечом. Да ты что? Это ложь. Это неправда, сынок. Ты такой же жестокий, как твоя покойная мать. Тогда возьмите латинский меч и зарубите меня тоже. Эх ты. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Друг Зафунун, да еще с сыновьями. Вот радость. Простите меня, учитель. Встань. Я виноват. Встань, друг. Все эти долгие годы я думал о вас. Простите меня. Скоро нам предстоит вечное путешествие в небесах. Мы не должны ссориться на этой грешной земле. Что ты, друг Зафунун? Я эти годы ждал твоего прихода в мой одинокий дом. Я давно простил тебя. Я скучал по тебе, дорогой. Проходите в дом. Вся Бухара говорит о вашем сыне, будто светоч явился на наш небосклон. Да, да. Говорят, райская птица залетела в наш скучный навозный курятник. Разве может родиться светоч от базарной рабыни? От цепной прикованной любви? Учитель, самый мир бухарский услыхали о вашем сыне. Они хотят, чтобы гениальный юный художник своими божественными красками расписал стены нового дворца. Да, да. Позвольте нам взглянуть. Конечно, проходите. Благодарю вас, учитель. Спасибо. Спасибо.
Аллах, неужели все это сотворил 12-летний мальчишка? Учитель, может, и ваша рука щедро помогала ему? Нет, Зафанон. Зачем зажигать убогую свечу при ярком весеннем солнце? Мне сейчас стыдно за свои подделки. Но наши гончары, ювелиры и художники не могут голодать из-за вашего отрока. Они хотят есть, пить, дышать. Что же нам делать? На земле всем найдется место. И слонам, и муравьям. А где Мани? Хотелось бы взглянуть на него. Мани во дворе. Идем, друг. Мани, сынок. Я здесь, отец. Подойди. Поздоровайся с гостями. Мне не нравятся ваши гости, отец. У них злые глаза. Мани, Аллах одарил его не только великим талантом, но и великой дерзостью. Я еще не научился лгать, как вы. Мальчик. Самый мир услыхали о твоем таланте и приглашают во дворец, чтобы ты расписал их гарем. Гарем создан для любви, а не для росписи. Мальчишка прав. Значит, ты отказываешься от предложения эмира? Да. Учитель, мне передать эти слова эмиру? Не обижайся, друг. Не надо верить словам ребенка. Я его приведу сам. Хорошо. Мы ждем. До свидания. Соли добавь, только немного. Да я уже положила. Да, мы видели его искусство. Нет сомнений, он чудодей. Уже сейчас о нем говорит вся Бухара. И мир даст ему самую дорогую работу. А мы останемся без заказов, и дети наши помрут с голоду. Надо что-то делать, пока не поздно. Пока и мир не увидел мальчишку и его творения. Есть одно древнее изречение. Если убить всех мудрецов, тогда на свете не станет дураков. Тот, кто это сказал, прав. Птенца нужно давить в гнезде, пока не улетел. Зачем давить насмерть? Ты жесток, сынок. Достаточно у птенца отнять крыло. Подрезать, понимаешь? Если хочешь поесть винограда, зачем ломать весь виноградник? Достаточно сорвать одну кисть. Понял? Понятно, отец. Кисть. Thank you.
такое? Мани! Мани! Бегу, мама! Иди сюда! Знаешь, что ждет тебя впереди? Ну, слезай. Я сам знаю, что меня ждет впереди. А хочешь сладкой халвы? Настоящий мужчина не ест сладкого. Ну, суслик, ну, суслик. Он еще ребенок, а уже мудрец. А хочешь узнать про свою мать? Да, про свою мать. Иди сюда. Ну, слезай. Откуда вы знаете про мою мать? Мы, цыгане, все знаем. Иди сюда. Не бойся. Ну, значит, она жива, моя мать? Жива, жива, жива. Жива. Давай правую ручку да, погадаем тебе. Значит, отец не зарубил ее латинским мечом? Нет, она стучает по тебе. Вот вам моя правая рука. Какая ручка. Какие глазки. Какие линии. Она здесь, за углом, быстрее. Что? Держи! Что делать? Держи! Не надо! Не надо! Не надо! Держи! Скорей! Надо! Отец! Отец! Виноградник цел, а кисть мы сорвали. Нет больше Светочи Бухары. Теперь мы можем жить спокойно, как прежде. Смотри, опять этот дервиш Хаджа Зульфикар. Поехали. Скорее. Чу! 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 Что с тобой? Они мне раздавили пальцы. Теперь я никогда не стану художником. Подними руку повыше, а то истечешь кровью. А я и не хочу теперь жить, дедушка. О, Аллах, пришли последние времена. Люди перестали любить друг друга. Черная зависть погубит этот мир. Поэтому я и хочу умереть, дедушка. А я хотел своими творениями порадовать людей. Мани, мой мальчик, ты свеча в ночи. А твоим собратьям по ремеслу нужна ночь. Они боятся, что ты отнимешь у них их лживую славу. Зачем мне слава? Я убью себя, дедушка. Сынок, Аллах запрещает самоубийство. Самоубийцы горят в аду. Однорукий художник, это тот же ад. Надо научиться работать левой, как правой. Тогда завистники мне отрубят и левую руку. Тебе надо покинуть Бухару. Тут нет бескорыстного искусства. Здесь все идет на продажу. Куда я пойду? И где есть на свете такое бескорыстное искусство? Есть, сынок. Где оно? Отправляйся с караваном, идущим по великому шелковому пути. По дороге встретишь творение безвестных мастеров, которые думали не о славе, а о вечной бессмертной красоте. Некогда в Бухаре жил мой друг, шейх Шавкат Абдусалам. Он родился без одной руки, но стал великим мастером. Странствия и страдания сделали моего друга мудрецом. Ты найдешь шейха в стране арабов, Шам. Передашь привет от Хаджи Зульфикара. Он любит людей больше, чем богов. Шейх поможет тебе стать великим мастером. Я иду, Шам. Я найду шейха. Спасибо вам. Добрый путь тебе, мой сын. Аминь. Сыночек, твои любимые самса. Я уже испекла. Иди к нам.
Иди, поешь. Самса с мясом. Ты же любишь с мясом. Краб, это боль. Я не хочу чужую боль. Мама! Сынок, что с твоей рукой? Ой, тебе искалечили руку. Это быстроходная арба раздавила мне кисть. Ты лжешь, Мани. Кто погубил твою руку? Это быстроходная арба раздавила мне кисть. Отец! Мани, скажи мне правду. Я отомщу. Я еще могу поднять свой меч. Арбакеш был пьян. И не заметил. Теперь ты никогда не станешь настоящим художником, сынок. Но у меня есть еще одна рука. Я найду шейха Шавката. И стану художником. Он меня научит работать левой рукой. Я не отпущу тебя. Ты еще совсем ребенок, Мани. Все равно уйду. Уйду, как нищий дервиш. Отец, я же вам сказал. У меня есть еще левая рука. Я ухожу на великий шелковый путь. Я найду однорукого шейха Шавката и стану художником. Он меня научит работать левой рукой. Прощай, сынок. Вряд ли еще увидимся. Земля зовет меня. Вы должны ждать меня, отец. Я вернусь, тогда вы умрете. Я хочу открыть тебе одну тайну, сынок. Какую тайну, отец? Ты пойдешь с караваном по великому шелковому пути. Там, в горах киргизов, есть озеро неземной красоты. Твоя мать, Алтын-Бибю, родилась там. Спасибо, отец. Я найду это озеро и поклонюсь. Прощайте, отец. Прощайте. Ждите меня. Я хотел рассказать о твоей матери. Не надо про мать, отец. Мне уже рассказывали о ней. Прощай, сынок. Обернись еще раз. Какой же ты жестокий мальчик, как твоя мать. Прощай. Создатель. Не дай мне погибнуть в смертоносных пустынях. Не дай исчезнуть на чужбине. Помоги мне найти однорукого шейха Шавката. Когда я стану зодчим, я построю тебе мечеть в Бухаре. Боже, помоги мне. Пощади меня. Thank you.
покупаете индийский напиток. Напиток здоровья. Не жалейте монет для собственного здоровья. Покупаете напиток здоровья. Не пожалеете монет для собственного здоровья. Пейте индийский напиток. Брат, не видел ты шейха Шавката однорукого? Или кто-нибудь знает его следы? Я не знаю, где он, но могу указать людей, которые его знают. Идем. Когда я увидел вас за работой, я вспомнил своего отца и почувствовал, как соскучился по дому. До того, как завистники искалечили мою правую руку, глина и краски были моим воздухом. Им я жил. Я понял, сынок, что у тебя, как у художника, есть своя песня в этой жизни. Не надо, не надо, отец. Даю тебе эти динары не как милостыню, а как дар отца сына. Спасибо, отец. А вы знаете Шавката однорукого? Разве можно не видеть луну? А где он сейчас? Он великий художник. Он уехал в Дамаск и теперь постоянно живет там. Тогда я тоже иду в Дамаск. Он не должен отправляться в путь один. Мало ли что может случиться. Проводи его, сын мой. Могучий зверь, отпусти свою несчастную жертву. Лучше поделись со мной своей силой. Мне тоже нужны силы, чтобы научиться творить для людей. О, божество, верни мне руку. Верни мне мои раздавленные пальцы. Этот юноша из далекой Бухары. Ваш друг Хаджа Зульфикар просил помочь ему. Проходите в дом.
Спасибо, шейх. Я должен еще навестить больного родственника. Поклонись отцу, Мухаммед. Передай ему мое уважение. Заходи, сынок. Спасибо, Мухаммед. Шейх, вас ждут гости. Это моя жена Фатима и дочь Азиза. А этот юноша из Бухары, от моего друга Зульфикара. Добро пожаловать, юноша. Будь гостем. Сделали с тобой. Черная зависть погубит этот мир. Даже волки сбиваются в стаи, а люди живут врозь. Нет, учитель. Пока в мире есть такие люди, как вы, мир не погибнет. Настоящее добро бескорыстно. Люди живы только тем, что помогают друг другу. А кто это, учитель? Это Аббас бен Фарнас. Ради своей идеи он пожертвовал не только рукой, но и своей жизнью. Он хотел доказать, что человек может взлететь и погиб. А разве не бессмысленно жертвовать своей жизнью ради идей, которую нельзя осуществить? Нет, сынок. Если не жертвовать собой, ничего не добьешься. Ведь и ты, оставив свой дом, мог бы погибнуть в поисках красоты и истины. Запомни, сынок, погибнуть за правду, честь и красоту – удел настоящих людей. واشغبوا يبدو لطيفا سمحا وكرامك فيه قد وضحا يا حبيبا قد غدا يا هجر رفقا في الهوى ودع الهوى للمغرمين يطيبوا يا هجر ماذا تود من الذين قلوبهم تهوى ويلهب صدرهم جمر سيل من العبرات فوق خدودهم يجري بها وكأنه قطر مر على درب الهوى بعذابهم يتصبرون وما بهم صبر
Сегодня исполнилось 12 лет с того дня, как ты вошел в мой дом. Я отдал тебе все, что знал и умел. Теперь ты превзошел меня. Ученик встал на плечи своего учителя, и ему дальше видно. Но я вижу только родной Бухару, учитель. Теперь ты стал зрелым мастером. Тебя здесь полюбили. Тебя здесь все знают. Сегодня ночью мимо нашего дома проходил караван. Я услышал знакомую песню своей земли. Я выбежал из дома и спросил у караванщика, куда идет караван? И он мне ответил, в Бухару. Меня там ждет старый отец. Он не может без меня умереть. Ты все-таки уходишь? Да. Завтра утром я ухожу, учитель. Я ухожу до восхода солнца и не хочу будить вас. Мне уже не по силам горечь прощаний. Спасибо вам, мой учитель. Все богатства на земле истлеют, и только мудрость и красота пребывают вечно. Прощайте. Создатель, ты услышал мою молитву. Ты сделал так, что я стал художником. Познал таинство великого искусства. Я благодарю тебя. Я возвращаюсь домой. Меня ждут отец, мать и моя земля. Сделай мой путь легким. Благослови меня. Возьми меня с собой, Мани. Азиза? Я полюбила тебя еще девочкой, когда ты впервые появился в нашем доме. Я пойду за тобой хоть на край света. Азиза, сестра моя, я бедный художник, а любовь не для нищих. Я вынужден творить только одной рукой, и этой рукой мне некогда обнимать женщину. Прости, сестра моя. Прощай, Азиза. Мани! Мани! Интезарь я, Мани! Ла татрукни! Мани! 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 Интезарь я, Мани! Ла татрукни! Мани! Мани! Мать, Раджабгуль, ты не дарила мне жизнь, но подарила мне материнскую любовь и ласку. Я со своей любовью теперь возвращаюсь к тебе. Сыночек, я жду тебя. Возвращайся скорей.
Я не умру до тех пор, пока не увижу тебя снова. Отец, я возвращаюсь. Я стал зодчим и художником. Весь Восток знает меня. Не спеши. Ты опоздал. Я уже умер. Но я хочу сказать, что я не убивал твою мать. Это она убила меня. Бойся безумной любви, сынок. Она враг искусства. Такая любовь — болезнь. Такая любовь — ураган. Он уносит все. Кто ты? Призрак? А это море? Мираж? Ялтын-бебе. А это Иссык-Куль. Алтын-бебе. Какое знакомое имя. Откуда ты знаешь эту грустную песню? Эту песню поют все женщины моего племени. Почему ты одна? Нагая танцевала на берегу. Мне душно, скучно. Потому я и танцую у моря. Тогда потанцуй для меня еще раз. Покажи мне свое прекрасное лицо и тело. Ты хочешь видеть тело чужой жены? Разве ты не знаешь клятву пророка для жен? Я знаю клятву пророка, но я видел тебя нагую. Значит, тайна погибла. Путник, кто ты? Я Мани. Я художник. Я не верил в любовь, но вот увидел тебя и забыл про святое искусство. Плоть победила меня. Ты видел не меня, а мое тело. Тогда покажи мне его еще раз, Алтын-бебе. Я умираю от жажды. Найди и принеси красных плодов. Плодов на крови. А когда взойдет луна, я буду ждать тебя вон у того мазара. Торопись. Скоро будет ураган. Иссык-Куль разбушуется, поднимется до самых небес. Торопись.
Зачем тебе плоды на крови? Бери еще, сынок. Хватит, отец, спасибо. Они тебе нужны. Достаточно. Благодарю Бери вас. Бери еще, пригодятся. До свидания, отец. Смотри, не пожалей потом. О, Аллах, спаси его чистую душу. Аминь. Ат-Табибы! Где ты? Отзовись! Я принес плоды на крови! Заблудился. Я думал, ты обманула меня. Ты принес плоды на крови. Да, принес. Там, на кладбище, чья-то свежевырытая могила. Чья она? Это моя могила. Какой страшный ураган. Он несет смерть многим караванам. Сегодня святая ночь Аль-Кадр. В эту ночь пророку явилось озарение. Ему открылся весь Коран. Художник, проходи. Путник, мало ты принес красных плодов. Я не мог больше унести. Разве нам не хватит этих прохладных плодов на одну жгучую ночь? Алтын-Бибю, дай мне еще воды. В эту священную ночь все добрые духи сходят на землю. И до зари должен царить мир. Если я сегодня нарушу свой обет, я должна лечь в ту могилу. Уходи, путник. Иди своей дорогой. Не искушай меня. Алтын-Бибю, умоляю. Открой мне свое лицо, как священную книгу. Я не трону тебя, любовь моя. Я буду рисовать тебя. Я художник. Открой мне свое лицо. Я должен увидеть тебя. Явись ко мне нагая, как там, у озера. Я не трону тебя, любовь моя. Я буду только рисовать тебя, чтобы и потомки наливались хмельными соками, глядя на красоту твою. Открой мне лицо свое. Пожалей меня. Так страшно умирать от жажды над чистым родником. Путник, мало ты принес плодов. Та могила в ночи, моя могила. Мне стыдно, я ведь жена чужая. Потуши огонь. Нет, нет, свет нужен мне. Нет, я не хочу быть великим художником. Я хочу быть простым смертным мужем твоим. Иди ко мне, любовь моя. Иди. Но ведь ты хотел рисовать меня. Я нарушаю свой обет. Потуши огонь. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Акбар. Аллах велик, человек мал. Омин. Алтын-Бибю, жена моя. Я пас отары далеко в горах. Но как пес чует волка, так я почуял, что ты не одна. Муж мой, но сегодня священная ночь, и до зари должен царить мир у нашего очага. А ты не сберегла свою клятву, жена моя.
Та могила в ночи твоя могила. И пока пески не замели ее, ты ляжешь в нее. Путник, пусть смерть, как и любовь, свершится во тьме. Погасите огонь и уходите. Аллах велик, человек мал. Ай-я! А ты не сберегла. Ай-я! А ты не сберегла. Ай-я! Ай-я! А ты не сберегла. Жаль мне тебя, жена моя. Первая злость ушла. Но мало этих плодов. Сейчас я убью тебя. Зачем так мало принес плодов на крови? Я мало принес плодов, но я тоже плод на крови. Убей лучше меня. Если ты жаждешь крови, убей меня, Чабан. Но не трогай любовь мою, Алтын-Бибю. Пусть та могила в ночи будет моей могилой. Та могила вырыта для неверной жены. Я убил бы тебя, но ты уже наказан Аллахом. Где твоя рука? Кто откусил твои пальцы? Калека несчастный. Если ты не убьешь меня, Чабан, я убью тебя, Тимошу. Послушай, путник, страшный грех на душе моей. Когда-то по воле судьбы я изменила мужу своему. С тех пор я дала ему обет никогда никому не открывать свое лицо. Муж мой, я не сберегла эту клятву. Убей меня. Алтын-Бибю, я люблю тебя. Я всю жизнь искал тебя. Я тебя никому не отдам. Мы умрем вместе. Нет, путник. Умереть должна я одна. Уходи. Оставь нас. Умоляю. Хоть на миг покажи мне лицо свое. В ином мире ты увидишь лицо мое. Прощай. История не сохранила нам его настоящего имени. Он был одним из тех безымянных мастеров, которые сотворили Самарканд и Бухару, певучий орнамент и райскую миниатюру, нетленный эпос и песню.